Привет, друзья, вы на канале Survivor, и это внезапно скам. Я завжди дякую спонсорам на Ютубі та патронам на Патреон за підтримку. А решті глядачів дякую за лайки та коментарі під відео. Начинаем выживать на одном из украинских серверов. Так, начнем с того, что нас уже выкинули из самолета. Характеристики персонажа я покажу чуть попозже. Вначале нам нужно долететь хоть куда-то. Так, где мы находимся? Тут рядом есть небольшое поселение. Мы направимся вначале, наверное, туда. А потом уже решим, где будем вообще строить базу. Уже можно открыть парашют. И мы приземляемся на какое-то поле. Наверное, тут картошка растет. Можно будет сразу и покушать. Что очень хорошо. Но в первую очередь нам нужно обзавестись хоть каким-то оружием. Прежде чем идти, вдруг встретим зомби. Так, камушки, камушки. Но мне нужно найти камушки где-то сразу возле веток. Чтоб далеко не бегать. Я раньше пытался забуриться в скам, но мне он раньше не нравился. Потом прошло большое количество обновлений, добавили торговцев, что очень сильно разбавило игру. И недавно я опять залетел в скамы, мне очень даже зашло. Так, давай-ка ножик забирай. Карту мы, наверное, сразу же уничтожим. Так рекомендуют. Ну, типа, а что она будет занимать место? А дальше, давай, наверное, срубаем кусты. Так вот, выживать мы будем на украинском сервере. Название сервера я не скажу, буду держать в секрете. До того момента, пока не закончится сезон. Вот, чтобы вы не залетели и мне не испортили выживание. Так, порубить на мелкие ветки. Давай-ка. Подожди. Давай вначале сделаем копье. Вначале копье, потом нужно будет сделать топор. Как-то очень громко он делает это копье. Так, копьишко забираем. Давай сразу же вешай на спину. Дальше... Так, этого мало будет. Давай, наверное, из тех камней, что у нас сейчас появится, сделаем, наверное, голову топора. Сколько там камней? 2. Да, для топора понадобится голова топора или оголовье, как оно? Обух? Не знаю, как называется. Напишите, если знаете, в комментариях. Так, хорошо, ножик. Давай, наверное, в руки. Оголовье топора сюда. Или оно сюда поместится? Нет, в рубашку не помещается. Рюкзак делать из моей куртки я не буду. Я, кстати, мерзну почему-то. Буквально со старта мерзнем. Давай-ка руби вот это вот. Для того, чтобы создать топор, нам, кроме прочего, надо будет... сейчас, там, по-моему, веревка нужна, оголовье и длинная ветка или обычная ветка, я не помню. Давай глянем, смогу я создать топор уже? Нет, пока что не могу, мне нужны веревки. Чтобы сделать веревку, давай-ка, наверное, вот это вот порубить на мелкие ветки. Создадим себе веревку из веток. Ну, то есть там, получается, мы с веток добудем кору, из коры сделаем веревки. Не знаю, по-моему, это сложно довольно сделать веревку вот так вот добыть. Но тут это проще. Ну и потом направимся уже в поселение. Попробуем найти себе хоть какую-то одежду, не такую яркую, чтобы нас не было так сильно заметно. Так, создание. Топор я могу уже сделать или нет? Где топор у нас был? Да, могу сделать топор. Давай, создавай. Можно, конечно, попробовать сделать еще лук, но гораздо эффективнее, наверное, будет найти лук и уже найденный использовать. Потому что этот лук, ну, я думаю, что очень слабеньким будет. Так, топор готов. Давай, вешай на спину. Ножик забирай, не забывай. И пойдем, наверное, посмотрим, что у нас в этом городке. Я так понимаю, у нас сейчас утро или день. Где там солнце? Ну, я так понимаю, что день. Вон там солнышко. Или день, или до полудня, как-то так. Так, а что-то растет? Хотя, какая разница, что растет, мне некуда складывать. Мне нужно организовать себе рюкзак. Или что-то похожее. Вначале найдем себе одежду, а потом уже будем смотреть на карту и думать, где мы будем выживать. Так, там какая-то постройка интересная. Так, и что у нас здесь? Есть ли зомби? По идее, должны быть. Так, это у нас кормушка для животных. Но на улице я зомби не вижу. А внутри... Это у нас гараж? Так, это что? Нет, лифчик мне не нужен. А это обыскать нельзя. Так что здесь... Мне срочно нужна теплая одежда. Я замерзаю.
Тут пусто вообще. Ладно. Давай закрой. Так, тут есть второй этаж. Внизу гараж, вверху жилое здание, да? Тут наверняка кто-то есть. А ну-ка. Лучше заходить не через дверь, а через окна, чтобы можно было выпрыгнуть. Зомбаки тут. Вот он. В смысле? Уходим. И ждем его здесь. Лучше с ним воевать через окно. Ну где там? Дружище. Ну где ты? Ладно, давай выбегай. Давай, давай. Встретим тебя копьем. Ты главное, руки-то не распускай. А что ты такой крепкий? Ты же так быстро бегаешь. О. Так, давай, может быть, у тебя есть теплая одежда какая-то? Мне бы она пригодилась. Так, во-первых, штаны. Что в штанах? Деньги. Деньги забираем. Так, ну куртка, хлопковая рубашка. Можно надеть. Она заменяет мою кофту. Хлопковая рубашка. Нет, я лучше в этой побегаю. Фигня. Ничего у него полезного нету. Но может быть в этом доме что-то есть. Давай смотреть. Так, а что? Лезвие. Где используется лезвие? Фиг его знает. Может быть для того, чтобы бриться. Тут нифига нету. Пусто. Здесь тоже пусто. Дайте мне одежду. Нифига одежды нету. Так, ну кухню обыскивать, я думаю, что не имеет смысла. О, ботинки. Ботинки хорошие туристические. Давай-ка вместо кроссовок, наверное, наденем ботинки. Они вроде как и потеплее будут. Мне так кажется. Должно быть. Так, здесь ничего нету. Да, фигово. Фигово, такой большой дом, и ни хрена я не нашел. Плохо, плохо, плохо. Пошли дальше. Значит, пошли дальше. Так, тут у нас вряд ли что-то будет, но я обыщу. Молот. Нет, молот я использовать не буду. Так, неинтересно все. Это все неинтересно. Водичка работает? Водички нету. Почему нету водички? Непонятно. Так, вон там вижу зомбака. Давай, подходи. Ну, подходи, давай. Через окно с ними очень легко справляться. Главное, не находиться слишком долго возле окна. Иначе можно получить люлей. Так, готово. Смотрим, что у тебя есть. Надеюсь, есть какая-то теплая одежда. Так, тактический свитер. О, свитер хорошо. Свитер пойдет. Его можно будет отремонтировать. И штаны хиппи. Ну, штаны хиппи, сколько тут? В принципе, тут места гораздо больше. Единственное, что у меня нож некуда деть. Но... Ладно, пока что штаны брать не буду. Потом как-нибудь... Может быть, здесь одежду найду? Или нитки хотя бы найду? Сделаю простой самодельный набор для ремонта. И смогу отремонтировать одежду. Как-то пустовато. Довольно-таки пустовато. Тут нифига нету. Так, здесь тоже нифига нету. Что в ящике? Тоже пусто. Не прикольно. Ну и на чердаке обычно ничего не бывает, но лучше проверить. Тут, смотри, какой сундук. Нифига себе. Пустой. Так, ну тут какая-то куртка есть. Смотри, какая куртка. Так, подожди, я поменял. Да, круто. Все. Можно теперь те штаны надеть. И когда у нас будет... Когда у нас будет ремнабор, то можно будет... отремонтировать их. А эти штаны я порежу на тряпки, чтобы перематываться в случае чего. Так, забирай раз. Забирай два. И больше, наверное, пока не поместится тряпок. Но этого хватит. Так, с этим домиком закончили. Пошли дальше. А вот тут еще домик есть.
Посмотрим, что там. Так, по мусоркам будем шариться. Имеет ли смысл сейчас? Наверное, нет. Так, что здесь? Нифига не видно. А если так? Ну вот там вот может быть кто-то. Давайте позаглядываем по окошкам. Вон, зомби. Давай с тобой пообщаемся. Раз. Чуть не попало. Они тоже через окна бьют. Так что все честно. Я окно разбил? Или тут нельзя окна разбивать? Вот я на этот счет ничего сказать не могу. Так, вроде бы готова подруга, и там больше никого не должно быть. Давай, залазь. Этот механика пролазания через окна прям супер. Так, кепочка. Хорошо. Уже маскировочка есть, прикольно. Замочек мне пока что некуда положить. Да и не пригодится он пока что. Это что такое, органическое удобрение? Есть это нельзя, потому брать это я не буду. Тоже ничего. Так, тебя, может быть, разлутать, посмотреть, что у тебя есть. Я бы, наверное, сделал бы сразу и иголку. Вдруг найду нитку, чтобы сразу и отремонтироваться, чтобы потом не искать зомби. Так, это что такое, брокколи? Брокколи можно съесть. Так, что там по метаболизму? Отвращение не вызывает, потому нормально. Так, что здесь? Здесь у нас вообще пусто. Ну, есть пиратская кепка, мне не нужна. Давай, наверное, тебя разделаем. И сделаем из твоих костей иголку. Потом, если вдруг найдем нитки, сможем сделать самодельный набор для ремонта одежды. И отремонтируем себе штаны, в которых мы сейчас бегаем. Ну, или другие штаны отремонтируем. Кстати говоря, тут спортивные штаны есть. Они вроде бы темные, да, у меня какие-то непонятные. Давай-ка, наверное, поменяем. Вот так вот. Это мы спрячем сюда. И вот, да, спортивные штаны, они какие? Да, они темные. Вот куртка светлая, это плохо. Костей я тут не вижу. Наверное, они выпали за окно. Да, вот они. Давай делаем одну костяную иголку. Она у меня еще поместится в инвентарь. Вот, забирай. И, наверное, тут все. Тут больше домиков и нету никаких. И искать тут нечего. Ну, еще в сарай можно заглянуть, да? Тут кто-то есть. Какие-то звуки странные. Так, по ящикам. Что по ящикам? Ничего нету. Здесь тоже ничего нету. Тот сифон, он для фермеров. Я пока что не фермер. Не знаю, буду или нет. Возможно, построим здесь... Так, тут наверх есть подъем, да? Да. Возможно, построим здесь большую базу и попробуем что-то выращивать. Но как бы возможности такие есть. Тут вообще нифига нету. Я там даже искать ничего не буду. Возможности такие есть, почему бы ими не воспользоваться? Да, огород, база с огородом будет не такой уж и безопасной против рейдов, но я попробую сделать. Так, где мы появились? Мы появились здесь, рядом с ПВЕ-зоной. Тут есть вся часть карты, это ПВП. Есть зона ПВЕ. И, наверное, целью выживания я поставлю себе залутать вот эту вот радиоактивную зону. А выживать мы будем где-то возле торговца, так, чтобы недалеко до него бегать. Где-то, может быть, возле этого городка, рядом с водичкой. Вот сюда вот побежим. И посмотрим, что там за городок. Как раз вот будем пробегать вот так вот. Кстати говоря, я могу. Да, я знаю, где север. Мне нужно бежать на юг. Потому смотрим север, разворачиваемся по полной и погнали. Побежим, наверное, по дороге. Или там не по дороге, как-нибудь. Короче говоря, надо бы еще компас найти. Еды у меня нету, одежды нормальной нету. Все это нужно будет найти. Городок начальный попался не очень большой. Нужно будет все это компенсировать. Ну и пока будем бежать по лесу, я думаю, что мы будем находить еду, какие-то грибочки. Сразу же есть придется, потому что ложить некуда. Я так подумал, наверное, не стоило того зомби оставлять. Нужно было все-таки сделать там же из его одежды рюкзак. Но ладно, сейчас добежим до следующего городка. Там наверняка будут зомби. И, возможно, там сделаем себе рюкзачок. Или где-то по пути встретим зомби. Тут до следующего городка совсем чуть-чуть осталось. Так что бежим. Так, подбегаем к городку. Вроде бы это он.
Да, что-то похожее. Ну, крыши я точно вижу. Так, и я пока бежал, ни одного грибочка не нашел. Это очень странно. Где все грибы делись? Или дождя не было? Интересно, от этого зависит, появляются ли грибы или нет? Это же мой гриб! Ну я его ем, видишь, надкушено! А по идее, грибы же появляются после дождя, да? В течение там 1-2 дней. Я не грибник, не знаю, потому... Если кто грибник, напишите в комментариях. Правильно ли я думаю? Так, вот он, небольшой городок, и тут у меня есть шанс найти какой-нибудь рюкзак. Потому что с рюкзаком у меня прям большие-большие проблемы. Его нету. Ну или из зомби сделаем. То есть не из зомби, а из его одежды. Для этого понадобится... Что там нужно, кстати, для того, чтобы сделать рюкзак? А ну-ка, посмотрим. Так, рюкзак. Вот такой вот самый простой рюкзак. Делается из 3 тряпок, веревки, ну и нож у меня есть, по-моему, да? А такой рюкзак маленький, импровизированный. Ветки, тут еще нитки нужны. То есть не нитки, а самодельный ремонтный набор. Может быть, даже найдем здесь нитки и сможем сделать себе большой рюкзак. Ну, чуть побольше. Или найдем нормальный, человеческий. Так, со стаминой у меня все нормально. Я вроде бы пока бежал, там потом отдохнул немного. В принципе, я готов сражаться. Так, зомби есть. Живые, дохлые. Ну, вроде бы никого не вижу. А ну-ка. Тут я запрыгнуть не могу. Так, тут... Да ё-моё! Тут кто-то есть. А, давай-ка, наверное, выбегай. Справимся с тобой на улице. Потому что окна здесь не приспособлены, чтобы справляться с зомбаками. Давай-давай-давай, подходи. Ах ты, зараза! Вот же скотина! Что, все? Вот бы еще трупы тут можно было таскать. Так, я ее обыскивать не буду, это стандартная, обычная зомбячка. Она даже не успела переодеться и уже погибла. Коробка гвоздей, вот это вот, блин, не помешало бы. Давай, наверное, это очень ценный лут. Ах, блин, куда б его? Я не знаю даже. Жаль, жаль, терять это все. Давай-ка, наверное, давайте я все-таки разденем. Сделаем рюкзак. Хоть какой-то. И коробку гвоздей я все же заберу. Гвозди — это очень полезно. Так, это что? Перчатки. Давай надевай, наверное. Перчатки — это давай нарезай на тряпки. Я думаю, что учитывая то, что у меня есть топор, нож мне даже и не нужен. Потому, наверное, можно его и выкинуть. Так, хорошо, еще вот это вот нарезать на полоски. И нужно будет сделать веревку. Чтобы сделать веревку, это, по-моему, нужно 5 полос. Так, смотрим. Для веревки, да, нужно 5, а у нас есть доступно 4, да? Но еще одну придется тряпку порезать. Так, хорошо, могу уже сделать веревки. И, наверное, смогу сделать небольшой такой рюкзачок. Так, инвентарь. Так, создание. Да, могу сделать рюкзачок. Давай, делай. Стою так посреди улицы, делаю рюкзак. Опасно, конечно. Хотя, кому я нужен? Видно, что я бомж. Я думаю, что никто на меня не позарится. Тут, кстати, интересная такая система с торговлей. У торговцев у них есть отношение к тебе. То есть не отношение, а тут в игре есть очки славы. И чем выше, тем больше тебе торговцы могут продавать предметов. То есть пока они тебя не очень знают, они тебе даже и продавать-то особо ничего не будут. Так, вот, у нас уже появился более-менее инвентарь. Давай перекладывай это сюда. Тряпки, наверное, я заберу. Не знаю зачем. Но заберу и коробку гвоздей тут где-то была. По-моему, здесь. Да, коробку гвоздей я заберу. Тут гвоздей сколько? 17 штук. Это можно сделать несколько ящиков сходу. Так, смотрим. Вот это вот, не знаю, даже не надо. Вот тряпку заберу. Пила мне, не знаю, зачем нужна. Так, здесь пусто. Чё, столики. Хлам.
Неинтересно. Плоскогубцы тоже неинтересные. Так, ну дайте мне вещи. Дайте мне хотя бы нормальные штаны. Тут же ничего нету, да? А, подожди, тут ящики какие-то. Какие-то ящики, но пустые. Ну, то есть они не пустые, но то, что мне нужно, тут такого нету. Коробка булавок. Ну, тоже хорошо, конечно. Давай, наверное, вот так вот. Замок я, наверное, брать не буду. Возможно, я потом об этом пожалею. Сейчас он мне не нужен. Давайте пройдемся по крайним домикам. Хотя тут такое село. Я думаю, что здесь я рюкзака и не найду, наверное. Так, ну, здесь точно кто-то должен жить. Вон там. 100%. Так, могу залезть? Нет, тут никого нету. Или есть? Есть. Тихо, вылазь! Да вылазь! Иди сюда. Ощущение, что я бью стекла. Ну давай, дядь. Прекращай жить уже. Вот так вот. Так, что у тебя есть полезного? Так, нож Хантер. Ну, не знаю даже, надо ли мне. Нож Хантер, перчатки у меня есть, рубашка. Все это неинтересно. Все это, друг, неинтересно. Так, что здесь у нас валяется? Неинтересно тоже. Мне бы... Так, гвозди у меня, коробка гвоздей есть. Гвозди я собирать не буду. Тех гвоздей, что я нашел, мне вполне хватит. А вот рюкзачок мне бы не помешал бы хороший. Но вряд ли я его тут найду, да? Пусто, что-то охранял. Бумагу охранял. Металлолом. И клей. Нахрена клей, кстати? Самодельный комплект для ремонта шин? Нет, обойдусь. Мне до шин еще очень далеко. Дальше я не знаю, только пешком до Луны. Так, слушайте, ну, есть у меня ощущение, что здесь я рюкзак просто не найду. Погнали, наверное, искать городок где-то получше какой-то. Тут есть лошади, они дикие, но можно ли их как-то обуздать, оседлать? Скорее всего, нет. По-моему, тут кататься можно только на машинах. Так, а что у тебя с животом? Что тебя мучает? Непонятно. Желудок... А, желудок пустой. Ну да, я ничего не ел. Пустой желудок, семечки меня вряд ли спасут, потому даже искать не буду. Возможно, в лесу сейчас найдем что-то съестное. Например, грибы. Но это же лес. Подожди, вот тут. Что это такое? Что это у нас такое? Это у нас лисичка обыкновенная. Слушай, пойдет. Это же мой гриб. Ну я его ем, видишь, надкушено. А грязную тряпку мы скинем. Места будет чуть больше. И тебя сразу же съедаем. Но не одна, тут их несколько. Сейчас, возможно, немножко утолим голод. Главное не перепутать грибы и не съесть что-то галлюциногенное. Иначе будет очень плохо. Ну, кстати, нож можно выкинуть, я думаю. У меня топор есть. А нож можно всегда сделать. Поэтому давай выкидывай. Места будет чуть больше. Вот так вот. И на грибы будет тоже больше места. Где-то еще видел. Да, вот еще лисичка. И еще лисичка. Надеюсь, я не отравлюсь. Что у нас по метаболизму? Вроде бы отвращение поедания сырых грибов не вызывает. Персонажа стошнить не должно. Это же лисички, да? Ну да, лисичка обыкновенная. Съесть. А тут что-то пишет Контореллус цибарий. Что это такое? Наверное, это... Это что такое? Белый гриб? Серьезно? Да ладно. Ничего себе. Съесть все. Он огромный. Его хватает на два раза, чтобы поесть. Но я съем все. Белые грибы, они такие незаметные. И, наверное, это большая удача, что я его нашел. Так, куда я вообще шел? Правильно ли я иду?
Да, в целом вроде бы правильно. Что там по еде, кстати? А, желудок уже полный. Сейчас может стошнить. О, да. По-моему, я переел. Мой желудок разорвется, говорит. Значит, бежать не будем, будем пешком идти. Вот так вот взял и объелся грибов. Но зато объелся, зато не голодаю. Так, это у нас... Что это такое? Это колокольня? Что это за место такое? Тут у нас гвозди... Ёпины! Ёп! Тихо! Тихо, думаю, там... Нет, нет, не трогай меня! Зараза! Шустрая! Как же она меня напугала! Но не цапнула. Успел среагировать. Не дала помолиться мне. Так, у тебя ничего полезного нету. Че это? Турани и шпиковина. Бесполезный городок. Нужно искать что-то вроде городского типа. Так, я же правильно иду? Да, идем мы на юг. Если так посмотреть. Там север. Идем мы на юг. Все, направление верное. Бесполезные домики. Совершенно бесполезные. Вот тут вот где-то городок есть хороший. Можно напрямую к нему и пробраться, хотя там есть водная преграда вот здесь вот. Что-то как-то ел-ел грибы и в итоге совсем не наелся. 50% желудка как было, вот насыщение так и осталось. Короче говоря, грибы, они не сильно и сытные получаются. Недалеко я отбежал от того городка. Вон, видите, у нас 54% еды. И почему не насыщаюсь, непонятно. Оливки сейчас, вот боровик еще переваривается. Но он в нем больше, наверное, воды, чем еды. Здесь тоже в оливках больше воды. Короче говоря, нужно есть что-то такое, что содержит больше вот этой вот полоски желтой. Наверное, оливками можно питаться, конечно. Можно забить желудок. Они вроде бы и жажду утоляют, и голод. 55%, 56%. Все, вроде бы пошло повышаться. Хорошо. Без компаса очень сложно. Кстати говоря, на что нужно, чтобы сделать самый простой компас? Где он находится? Я, наверное, его сейчас и не найду, да? Давай-ка, иди пешком. Давайте посмотрим, где можно сделать компас. Так, труд. Я вот сомневаюсь, что я смогу сделать компас. Подожди, вот. Примитивный компас. Нужна доска. Самодельный набор инструментов. Ну, доски я знаю, как сделать. Железо можно найти, а самодельный набор инструментов у нас делается из гвоздей, железа. И тут инструмент нужен. Ну, придется еще кувалду сделать. Короче говоря, чтобы сделать компас, нужно еще постараться. Давайте доберемся до городка, попробуем там сделать компас. Так, вижу уже крыши. Уже нужно помочиться. Как ни одно, так другое. Давай, пописи, пока тебя никто не видит. Сейчас еще дождь начнется, промокнем. Все, спрятал пеструна. Пошли дальше. Так, что это за крыша? Это и есть городок, да? Да, но он находится за водной преградой, которую нужно как-то с какой-то стороны обойти. Или, может быть, переплыть. Может быть, не париться и переплыть? Мне так-то не холодно. Тут такой классный домик. Так, и там тоже есть, да? На берегу. Я даже не знаю, давай. Давай, наверное, все-таки... Подожди, ему жарко. Давай переплывем. Надеюсь, ничего не испортится. Гвозди не поржавеют, которые в рюкзаке. Меня сносит течением. Нифига себе, тут даже течение есть. Вот это круто. Ох. Одежда стала тяжелее. Это 100%. Так, ну, дайте мне рюкзак. Хорошее здание, желтенькое такое, красивое. Тут должно быть что-то полезное.
Ну и попробуем, наверное, в этом городке обзавестись чем-то вроде компаса. Так, тут рюкзака нету. Вот, эта штука полезна. Этой штукой мы сможем отремонтировать. Я же делал иголку. Слушай, давай сейчас отремонтируем сразу. Почему нет? Так, создание. Ремнабор. Вот такой вот примитивный. И давай создавай. И может быть рюкзак побольше сейчас сделаем. Раз уж не попадается рюкзак, то сделаем просто рюкзак побольше. Убьем какого-то зомби и... Набор для ремонта есть. Давай сразу отремонтируем штанишки. Хотя бы на 50%. Уже будет хорошо. Так, вот. Это мы съедаем. Подожди, а ты... Ты полностью потратил ремнабор? Или как? Да, он на штаны потратил полностью ремнабор. А нет, вот он. Ремнабор, вот он. 12 из 15. Так, более большой рюкзак. Из чего делается? 5 тряпок, 2 веревки. То есть одна веревка, 5 тряпок и 4, 4 палки. У меня почти все есть. Нужны только тряпки. Ну, тряпки, я думаю, мы добудем сейчас. И палки нужны. Палки мы тоже добудем. Так, а тут ничего нету в машине? Смотри, эта машина типа рабочая, что ли? В смысле? Ну, как рабочая? Тут двигателя нету. Охренеть. Так, а что можно подтолкнуть вперед? Бэквард. Не знаю, что это такое. Ну, короче говоря, тачку можно было бы... Насколько я знаю, можно эту тачку взять и продать торговцу. Придется ее, правда, дотолкать ее туда. Этим я сейчас заниматься не буду. Так, забор слишком высокий, чтобы его перелезть. А если это так, тут должно быть что-то ценное в этом домике. Так, есть колодец. Я пить хочу? Я пить не хочу. Да тут и воды нету. Да, я надеюсь, что в этом домике будет что-то полезное. Он, правда, странно выглядит. Это что за значения такие? Так. Зомбаков вроде бы не видно и не слышно. Кухню лутать не буду. Вокруг мне ничего нету. Да, тут зомбаков тоже нету. Ну, тут не только зомбаков нету, тут и вообще ничего нету. Даже одежды никакой нету. Очки можно надеть, но я, по-моему, уже в каких-то очках бегаю. Те очки мне неинтересны. Да, тут... Подожди, а тут еще один этаж есть. С зомбаком. С тобой придется справиться. Ты быстрый. От тебя я хрен убегу. Вот, смотри. У нас есть теперь тряпки. Напомните ко мне, сколько там я должен тряпок поиметь для того, чтобы сделать рюкзак. Так, нужно 5 тряпок, 1 веревка и 4 палки. Ну, 5 тряпок. Ух ты ж, ёперный, нейлоновая. Давай сюда вот скидывай. Давай хранить вот здесь вот. Ремнабор. Да, пусть будет здесь. Так, носки. Носки. Тут 97%. Слушай, ну белые носки, что я в белых бегаю? Давай вот в таких вот носках бегать. Вот, это хорошие носки. И давай нарезаем на тряпки. Нам нужно... У нас 2 тряпки есть, еще 3 тряпочки. Хотя вот эти вот чистые тряпки я бы не хотел использовать для создания этого рюкзака. А, подожди, я же смогу порезать и свой рюкзак на тряпке. В итоге-то смогу порезать, потому все, больше мне тряпок не надо. Теперь... Я же ничего не выложил. Нет. Теперь погнали просто там, где есть ветки. Вот здесь вот и нарубим. Сделаем веревки и сделаем рюкзак побольше. Ну, и в итоге я могу создать рюкзак. Давай, поехали.
Надеюсь, в нем будет больше места, а не просто это будет более прочный рюкзак. Потому что я создаю рюкзак только ради места. Надеюсь, хотя бы одна полоска еще откроется, или даже две. Вот так вот я хочу. Так, импровизированный. Да, в целом довольно много тут места. Гораздо больше. Давай-ка скидывай. И надеваем этот рюкзачок. А этот мы режем на тряпки. Ну, по-моему, да. По-моему, две полоски и открылось, как я и говорил. Это очень хорошо. Так, это пойдет в рюкзак. Это тоже в рюкзак пусть будет. Довольно ценные вещи. И давай, забирай тряпки. Все, рюкзака я здесь не нашел. Двигаемся, значит, дальше. Ну, рюкзак уже у меня большой. Более-менее. Так, куда я двигаюсь? Давай-ка посмотрим, где у нас... Вон там север. Я, по идее, получается, двигаюсь на юг. То есть вот в эту сторону куда-то. И у меня с правой стороны... С правой стороны должно быть видно город какой-то. Я там вижу только развалины. Странно. Я, наверное, еще не добежал. У меня на пути городок. Но я его посещать не буду. Я, наверное, побегу дальше. Мне нужно... Где у нас юг? Север вон там. Значит, юг. Ну, да, мне вот туда бежать куда-то нужно. В городе мне делать нечего, хотя, по-моему, тут роботы ходят. Вот такие вот заборчики обычно обозначают, что здесь ходят роботы. Тут хороший лут, конечно, должен быть. А ну-ка. Но место это не зона ПВП. Так, там вижу зомбака. А он охраняет одну стрелу какую-то. Нет, неинтересно. 100% тут ходят роботы. Там какие-то ангары. Я роботов не слышу и... Слушайте, ну давайте попробуем зайти. Вот в это вот здание хотя бы. Очень похоже, что ну какая-то охрана тут есть, должна быть. Домики тут так себе. Так. Хотя выглядит как магазин выглядит. Ёперный балет, кто тут? Кто здесь? Ёп, мадам, подходи. Продавщица осталась. Вот, хорошо. Водичка есть? Нифига нету. Так, ну я ее даже не буду обыскивать. Что у нас тут валяется? Деньги валяются. Семена какие-то. Даже не интересно, это что? Сельдерей. Блин, ну я не знаю, не буду его есть. Странно как-то есть сельдерей без ничего. Так, здесь у нас все еще семена. Ну и нифига тут не было. Это у нас просто магазин. Тут даже воды нету. Так, это тоже магазин, да? Полочки. Ну да, это магазин. Продавец есть? Продавца нету. А, вот, пропустил я коробочку. В коротере ничего не было. И, наверное, все-таки начнем собирать замочки. Со временем они пригодятся. Так, патроны пойдут на продажу. Рюкзак пока что позволяет, так что заберем. Ну что, выходим из этого магазина. Ничего полезного там особо не было. Глянем, что здесь. О, напиток. По-моему, я вижу напиток, да? Да, вижу энергетик. Как он называется? Напиток «Красный упырь». Прикольно. Ну и в мусорке батарея для смартфона. Пошла бы на продажу, но не хочу. Так, ладно, выходим отсюда. Не нравится мне это место.
Хотя, подожди. Я хочу посмотреть, что это за здание. Роботов тут вроде бы не видно. Роботы вроде бы охраняют только бункеры. Поэтому здесь можно... возможно, найти что-то полезное. Хотя... очень сильно... ёперный. Блин, кто там? Там топор я видел. Я там видел хороший топор. Так, давай-ка. С тобой расправимся. Тихо. Ты вроде бы быстрая. Давай, давай, подходи. Или не быстрая. Непонятно. Так, все, расправились. Хорошо. Я видел топор. Нужен ли мне топор? Да, я бегаю с топором. Вот этот топорик, я думаю, что пойдет хорошо вместо того, что у меня есть. Этот давай скидываем. Заберем вот этот. Будем использовать его. Он более долговечный. Его хватит на дольше. Так, клей я не беру. Ай, канистра маленькая. Что-то из тебя можно сделать. Подожди. В смысле, паста? Для хранения бензина. Как можно ее использовать для приготовления пищи, я не знаю. Не, пока не беру. Пока не беру. Так. Подожди, булавка. А, подожди, у меня есть отмычка. Зачем мне булавка? Мне булавка не нужна. Так, это у нас для зарядки аккумулятора. Напиток. Вот, хорошо. Напиток уже хорошо. Этот ящик мы еще не проверяли. И здесь у нас ничего нету. Так, и я бы хотел еще осмотреть... этот ангар я осмотрел. Хочу осмотреть еще вот этот ангар. Что? Подожди, что у нас тут? Тут маленькое помещение. Что мы тут видим? Хорошие перчатки? Да, хорошие. У меня покоцанные. Давай-ка эти скидывай. Эти надевай. И рабочие штаны. Это у нас спортивные штаны. Это у нас рабочие. Ну-ка. Да, они чуть получше. Их можно даже отремонтировать. И там места больше. Давай сразу отремонтируем. И получается у нас побольше места. Да. В этих вообще места меньше было. Так, ничего я не забыл? Ничего не выложил тут полезного? Перчатки? Нет, не выложил. Все. Можно было бы, наверное, вот так вот пройтись через городок вниз. Давай так и сделаем. Глянем, что здесь. Ё-моё. Я вижу, там ботинки. Зомбаков нету? Вижу зомбака. Вижу зомбака. Так, что за ботинки? Строительные. У меня ботинки 76%, тут 53%. Фигня. Ну и больше я тут ничего полезного не вижу. Не вижу смысла лутать. Возможно, что-то я и пропустил, но рюкзака я тут точно не найду. Ладно, все, двигаем по дороге. Надеюсь, я смогу тут выйти куда-то. И забор не станет мне препятствием. Так, вот тут заборчик огораживает. Мне нужно выйти вот сюда вот. Через дырку сейчас пройдем. Да, я думал, тут будут роботы, но тут их нету. Хотя вот территория выглядит так, как будто... ё-моё, а чё ж у меня такие... А, это штаны такие. Довольно яркие. Так, тут зомбак. Давай, просыпайся. Сейчас с тобой расправимся. Ладно. Выходи. О, зараза! Тихо. Ё-моё. Но не сильно на меня покоцало, надеюсь. Так, давай-ка метаболизм. Что у нас там по здоровью? Рана. Лечение. Давай, перевязывайся. Стадия первая. Вроде бы не страшно. Но тряпок не хватило. Ладно. Тряпки все потратили. И что же ты тут охраняла? Ну-ка, покажи. Ничего, что ли? Получается, зря получил люлей. Бумага. Неинтересно. Да, зря получил люлей. Можно было не рисковать. Ладно.
Так, тут у нас на пути где-то еще маленький городок такой. Ну, я думаю, что я там вряд ли найду что-то похожее на рюкзак. Да и в целом, меня сейчас рюкзак вполне устраивает. Довольно много места. Из баночки можно будет сделать систему для сбора дождевой воды и немного хотя бы решить проблему с жаждой. Уже можно будет. Что не так с тобой? Что с тобой не так? Ты опять что-то хочешь? Ты есть хочешь, да? Пустой желудок. А поесть мне нечего. Поесть я еще ничего не нашел. Так, как же мне жарко. Вот, личинки. Съедай. Ну, хоть немного. Хоть немного утолим голод. Так, вот она дорога. И если правильно посмотреть, то там север. Значит, мост у нас в ту сторону. Подожди, тут все-таки бункер. Я что-то не понял. А, подожди, бункеры отмечены в ПВЕ-зоне красными кружочками, а в ПВП-зоне они никак не отмечены. Потому да, тут бункер, но мне сюда рано. Мне там пока что делать нечего, тем более там, чтобы что-то конкретное и хорошее найти. Хотя... Можно попробовать. Прямо сейчас, там же можно рюкзачок найти. Подожди, сколько там роботов? Один или два? И смогу ли я туда пробраться? Да нет, давайте потом. Я место примерно запомнил. Вот этот вот городок. На таком полуострове. И туда мы вернемся чуть попозже, когда, наверное, будет машина. Там наверняка много лута, который я нифига не смогу унести. Мне будет очень-очень обидно. В первую очередь нужно организовать себе базу. Так, нужно по-быстренькому пересечь мост, чтобы не быть на виду и скрыться где-то в зеленке. Я так понимаю, время уже близится к вечеру. Как-то вот темненько так становится. Небо вроде... А, это туча. Это просто туча, ребята. Ну, я так смотрю, здесь на транспорте, в принципе, проехать можно. Когда будет транспорт, тут велосипеды есть, мотоциклы есть, машины всякие есть. А также есть самолеты, насколько я знаю. Правда, я когда тестировал сервер, я ни одного, кто летал бы, не видел. Возможно, это никому не нужно. Ну, а какой смысл в самолете? Самолет нужен для того, чтобы улететь с этого острова, перелететь через забор и свалить отсюда. А так смысл самолета другой, я не знаю. Нужна взлетно-посадочная полоса. Самолет нужно обслуживать. Это для кого-то большого клана, может быть, и подойдет, а для одиночного игрока я точно самолет не буду использовать. Ну, разве что попробую его продать. Хотя кто мне его купит? Кому он нужен здесь? Так, мост пересекли. Тут у нас какое-то большая застройка. Меня она не интересует. Мне нужно двигаться в сектор Z2. Вот где-то вот к этому городку. Так, все, где-то я в окрестностях городка. Должен уже видеть дома или нет? Чё-то как-то я не наблюдаю ничего. Вероятно, пропустил. Сейчас попробую найти. А, это еще база одна. Слушай, перед тем, как ее осматривать... Там робот. Нет, мне это не надо. Как-нибудь потом. С роботами я сталкиваться не хочу. Тем более... Вот, я городок нашел. Прибрежный городок. И теперь... Пойдем в южную его часть. В сам город заходить не будем. Это потом. Хотя, подожди, а тут есть что лутать? Домики вроде бы есть. Насколько это интересно. Я вот не знаю, можно ли тут что-то найти. Городок вроде бы большой. Есть жилые здания. Есть такие муниципальные строения. И как-то вот похоже на то, что тут...
Полным ходом идет стройка. Так, этот город огибает дорога. Есть основная дорога, есть дорога, которая идет конкретно по городу. Машин тут много, то есть металлолома много. Хорошо. На крыше, я так понимаю, можно забираться, да? Куча вроде как жилых зданий. Полутаться будет где. Да, я думаю, что рядом с этим городом мы где-то и обоснуемся. Где-то на побережье. Единственное, что сейчас в город я заходить, наверное, не буду. Вначале мне нужно где-то наметить базу. Ну и тут я вот не знаю, где еду находить. Слушай, может быть и нехорошая, не очень хорошая идея тут останавливаться. Рядом никакого огорода нету, нигде не растет виноград. Так, а что у нас здесь внизу? Нет, тут рядом очень близко проходит дорога. Ай, так. Погнали, наверное, вот все-таки вот в этот городок. А, подожди, вот в этот давай. Посмотрим, что тут. Может, там что-то интересное есть. Вот странная развилка, да? Она прям перпендикулярная, а здесь не похоже, что она перпендикулярна. Хотя... как-то странно я ориентируюсь. Не обращайте внимания. Так, по правой стороне нашел, то есть по левой стороне нашел маяк. Но я сомневаюсь, что в маяке что-то может быть полезное. Потому я туда не пойду. Моя цель — добраться вот до этого городка. И посмотреть, что там есть. Городок находится возле торговца. Я что-то подозреваю, что там тоже вот это вот роботы ходят и вся вот эта вот фигня. Как-то он так выглядит, как будто... как будто там ничего хорошего не найду. Но проверить нужно. Ну, интересно, что там за городок такой? Вот где-то отсюда уже должно быть видно. И я не совсем понимаю, это какие-то плантации. Тут рис выращивают, что ли? Похоже на какую-то рисовую плантацию. И теперь смотрим, что это за локация. Но я вижу, похоже, что-то на жилое здание. Или это склад какой-то. Вот здесь вот. Можно ли тут жить? Есть ли тут кровати? Можно ли тут отдохнуть? Вижу кучу ящиков. Зомбаков пока не видно. Или это добыча соли? Слушайте, похоже, это добыча соли. Смотрите. Что это такое? Это что такое? Это у нас... да, это соль. Тут тупо добывают соль. Жесть. Прикольно. Так, ну мне соль не нужна. Мне нужно что-то... я потерял сознание. Из-за чего? Из-за того, что жарко? Солнечный удар? Давай, вставай, дружище. Несколько минут спустя. А что это было? Перегрев? Серьезно? Подожди. Давай-ка, наверное... тут у меня что? Ничего нету. Скидывай кофту. Нижнюю рубашку тоже скидывай. Давай как-то вот так вот. Нифигово так я перегрелся. А что я не заметил-то? Видимо, солнце очень сильно жарит. Так, сила понижена, все понижено. А как от этого избавляться? То есть нужно, наверное, укрыться просто в тени, что ли? Или как? Или просто не бегать? Так, а если я в тени постою? А все, перегрев ушел? Интересно. Блин, круто. Нет, закройся. Ёшкин кот. Так, тут у нас что-то вроде похожее, да, на жилое помещение. Да тихо ты. Тут тоже, вон, похоже на жилое помещение. Но с тобой-то я справлюсь. Надеюсь. Сознание не потеряю сейчас перегрева.
Ну ты сдохнешь, нет? Слава богу. Так, что у нас тут есть? Попить есть что-нибудь? Я вижу шоколадку или что это такое? Шоколад, да. Съесть все. Кто-то где-то рядом шарится, что ли? Непонятно. Так, еще раз тряпка. Да, тряпка может пригодиться, если вдруг меня поранят. И того зомбака все-таки нужно убить, потому что он покоя не даст. Так, что у нас здесь? Ничего нету, но здесь зато можно прилечь. Я думаю, что этим воспользуюсь. Перед тем, как двинуться дальше. Но вначале разберемся вот с этим зомбаком. Тут у нас висит цепь. Давай, выходи. Давай, давай, давай. Черт, это быстрый. Ну, должен быть слабый. Да. Быстрые, не опасные. Так, что у тебя было? Деньги были и болты. Ну, болты я брать не буду. Это, кстати, что? Это у нас соль, да? Да, это соль. Соль мне не нужна. Может быть, на продажу ее можно потаскать? Но так в целом... Смотри, сколько соли. Жесть. А в ящиках что? Тряпка. Не надо. Так, в том ящике что? Замок. Ну ладно, давайте замок собирать. Замки собирать, точнее. Так, порох. Ну, давай возьмем. И тут вроде бы все, да? Да. Это я проверял? Да, проверял. Так, друзья, здесь я, наверное, остановлюсь до следующей серии. Вот этого чувака. Давай, наверное, тебя обыщем. Может быть, у тебя штаны какие крутые есть. По идее, я бы твою куртку... Ух ты ж, ё-моё, он с патронами бегал. По идее, я бы твою куртку использовал... А у тебя нету... Подожди, а у него не было куртки. Я мог бы использовать его камуфляжку для того, чтобы скрываться. Так, ну, чё? В следующей серии двинемся дальше. К торговцу я забегать, наверное, не буду. Или забежим, короче, к торговцу, и потом двинемся дальше вот в этот городок. Скорее всего, буду я тусоваться здесь. Организую здесь базу где-то поблизости. И там уже будем выживать. Будем рыбку ловить, лутать города и торговать с торговцем. На этом на сегодня все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайк, если видео понравилось. Пишите в комментариях, зашла ли серия и стоит ли продолжать. И 100 пудов увидимся в следующей серии, а там посмотрим, как вам зайдет. Все, ребятки, всем удачки и всем пока. Все буде Украина.